Что мы пробили? Давай, 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 давай. Мы должны по 1000 зарабатывать за раз. Это будет вообще здорово, если по 1000 будем зарабатывать. О, перчатка, перчатка есть. Раз, два, три. О, бомбочки. Опа, хорошо. Фига, теперь я понял. Да, дуда, дуда. Да, дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей, и мы будем играть сегодня Бурито Бизон. Ну что ж. Давай, шлепнем ему. Вот так, получай. Жвачка большая. Опа, и у нас девчуля прыгает по этим желейным мишкам. Давай, 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 перчаточку. О, отлично, раз, два, три. И перчатка наша разлетелась в дребезги. Пробиваем стену. И у нас здесь медовые желейные мишки, которых мы тоже разбиваем. И летим быстрее, быстрее к новой победе. Деньги, деньги, деньги забрали. Ох, все. Долетели. 555 монет. Так, ну с увеличением получилось 666. Итого у нас 6000. На, получай. О, еще один удар и все. И мы завоюем. Мы выиграем. Мы его победим. Давай, прыгай, бизончик, бурито. Что там был? Карьеришка, да? Я что-то не заметил. Я не помню. Оба, давай, пробили. Желейные мишки пошли. Ой, не желейные, это медовые. Ой, хорошо, хорошо, давай, прыгай, 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 Бурито. Ты чего, ты чего? Ай, давай еще немножко, давай еще. Опа, все, 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 давай. Прыгай, прыгай, ладно, стукай их. Ой, так, ух ты. Гумдальф разблокирован. Ты теперь можешь купить и улучшить этого желейного мишку в магазине. Хорошо. А ну, у нас там что, добавили деньги? Что такое? О, 1500 мы заработали. За что? Непонятно. Непонятно за что, но спасибо. Итого 8000 у нас. А что у нас в магазинчике открылось? Посмотрим сейчас. А, кого там можно было разблокировать? Подожди. Алло, где там кто? А, вот он, чувак, этот Гумдальф. Нифига, какой он дорогой. Оттолкни сундук 3 раза и подумай. Нет ничего лучше кучи бабла. Гумдальф, 22000, офигеть. Мишку-карьеришку мы открыли. Так. Вот этого дядьку, лейтенанта Бумба, мы открыли. Ударный пилот мы открыли. А это что такое у нас? Тедди Факел? Ух, нифига себе. Лучше, чтобы взлететь еще выше. Ага, давайте попробуем Гумдальфа открыть. Сколько? 22500 стоит, да? Ну что ж, деньги-то у нас, в принципе, есть. 8000. Да, много еще открывать его. Да, я хотел шоколадного зайчика открыть. Шоколадного зайчика. Но, не знаю, что-то я уже захотел там Гумдальфа открыть. Но нужно много денег на Гумдальфа. Ой-ой-ой-ой. Давай, прыгай, прыгай. Стена, стена, давай, пробей. Нет, не хватило. Не хватило у нас силы. Скорости не хватило. Ну что ж. 8900, почти что 9000. Давай, этого. Опа, стукнул, молодец, у нас бедный из табуретки упал. Во, прыжок. Давай, 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 давай. О, давай, ракетка. Есть. Фига у него прыжки, да, какие мощные. Полицейский там, видишь, бегает. Пробили. Мы еще и монетку. Мы зарабатываем еще монетку кое-какую. Когда пробиваем стену, я вижу, вижу, вот там монетки. Вот они, видишь, летят. Коричневые такие монетки. Ой, давай, давай, прыжок. Есть. Раз, два. Ах, до третьего не хватило. Ух ты, нифига ракетка. Неплохо. Мешок денег, офигеть. Во, даже серебряная монетка была, я видел. Ой, давай, 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 немножечко еще. 1000, мы уже 1000 заработали, нифига. Ой, давай вот этого ракетку. Ай, есть. Ах, не туда прыгнули мы, конечно, ладно. Фух, нифига себе. Пробиватель дверей открыт. Теперь ты можешь улучшить способность пробиватель дверей в магазине. Спасибо. Сколько у нас денежек? 10. Так, пробиватель. Сколько стоит пробиватель? А где пробиватель? А-а-а! Бодибилдинг. Наноси больше урона. Так, это мы прокачивали же, да? А, полицейский надзор. Теряй меньше скорости при захвате полицейскими. Понятно. А вот я смотрю. Пробиватель дверей. Пробивайся сквозь гигантские двери легко, даже на маленькой скорости. Блин, давай вот эту штуку купим, а? Все, покупаем. Пробиватель дверей. Я хочу пробивать эти двери, потому что мне не каждый раз получается их пробивать. А мы, если будем пробивать, это хорошо будет.
на больше, на более меньшей скорости. Ну, сейчас проверим. Проверим сейчас на девчуле. Сможем мы пробить дверь или нет. Ракетка. О. Давай. Проверим. Пробили, смотри. Это очень даже хорошо. Потому что мы здесь больше денег, кстати, зарабатываем на вот этих, мне кажется. На желейных. Ой, на медовых мишках. Хорошо, проверим. Как бы эту стену мы пробили. Сейчас посмотрим, сможем ли мы пробить другую стену. Опа. Получил шлепочек. Ага, бизоном сейчас проверим. Сможем ли мы пробить стену или нет. О, бомбочки. Опа, хорошо. Фига, теперь я понял, как с этими бочками работать. О, все равно, смотри, мы стену пробили действительно. А то мы обычно-то не пробивали ее. 1400 заработали. Ух, это очень даже неплохо, 1400. Да. Сейчас, на, получай, есть. Ударчик. Опа. Да. Видишь, лучше что-то более мелкое открыть. Ух ты. Попался у нас мишка вот эта, да? О, стену, видишь, как легко стали пробивать. Это очень даже хорошо. Угу. Прыгай. О, сейчас скоро силы закончатся. О, монетки. Есть. Еще и шлепок вот этот. Давай. Ой, хорошо, молодец. Прыгай. Опа, отлично, смотри. Мишка, попрыгай-ка. Опа. Полицейские бегают, смотри. А, гады. Ух ты, пробили, зато деньги заработали, офигеть. Сколько мы заработали? А мы заработали очень неплохо. 1800. Ух, нифига себе. За что такие волшебные мне монетки? О, все, Гарри, мы победили. Сколько заработали? 160 на Гарри. На Гарри 160, а на вот этом розовом, кажется, 180 зарабатывают. А на шоколадном зайце будем еще больше зарабатывать. Поэтому шоколадный заяц нам нужен. Опа, давай. О, бомбочка, давай. Ой, хорошо, денежка, смотри. Фига мы как подбросились, подкинулись. Сколько мы там заработали? 600, нормально. О, еще давай прыгай, молодец, давай. Мишки, помогайте. Ой, все, кончилось. Кончилась сила, но в принципе тоже неплохо. О, почти что тысяча. Ну, тоже. Вот он, Бертаник, смотри. На, получай, тысяч. Как только он нагинается, надо его бить. Опа, ох ты, какие удары. Ой, давай, молодцы, мишки, спасибо. Да. Помогают эти мишки все равно. Бомбочки. Ох ты, нифига, она летит как быстро, прикинь. Ой, хорошо, что мы открыли вот эту штуку, да? Раз, два, три. Ох ты. Давай, беги. Зарабатывай больше денег. Опа. Подожди, а что-то я-то не помню. Мы пиньяты, почему мы перестали открывать? Опа, давай, прыгай, молодец. О, давай. Опа, хорошо. Ой, все, упало, все. Угу. 1700. Офигеть, 8000. Что-то можем купить, давай посмотрим. Реактивный удар. А, только реактивный удар мы можем, да? Ладненько, мы подкупим денежек и что-нибудь новенькое купим. Ага, бодибилдинг. Наноси больше урона. Ладно. На, получай. Все, поехали дальше. Да, штаны, конечно, реактивный ранец можно и купить, в принципе. Потому что мы им пользуемся почти что каждую минуту. Даже чаще, наверное. Мишки. Ох, нифига, какая скорость. Пробили стену. Тут тоже мишек мы мочим. Давай. Ой, бомбочка. Мне так нужна сейчас бомбочка. Все, кончаются у нас силы. Ой. Давайте кого-нибудь. Чего ж никто не прибежал? Ни бомбочки, ни ракетки, ничего нету. Сколько заработали? Давай 1000. 500. Мало. 500 это очень мало. На, получай. Хороший удар. Опа, еще раз, опа. Давай. О, перчатка. Раз, два, три. Вот это удары, вот это скорость, ребята. Вот это скорость, есть. Раз, два, три. Ах, на бомбочку чуть-чуть. Ракетка, ах. О, спасибо, Мишка-карьеришка.
денежка. О, давай, бабочка, есть. Ух ты. Пробили, пробили, пробили. Давай, 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 давай. Эх, сколько мы заработали? Офигеть, 2300, 2300. Нормально, неплохо. На, ты тоже получай. И мы идем дальше. Вот это бизончик, давай, бизончик. А, перчатка была, перчатка. О. О, нормально. Скорость, смотри, какая была у нас скорость мощная. Пробиваем стену. Да, мы монет, мы монеты еще получаем при разбитии стены. О. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще монет. О, денежки. А сколько там стоит этот чувак с деньгами? 22 тысячи, да? Сейчас мы зайдем в магазин, посмотрим, сколько тут стоит чувак. А у нас всего сейчас уже 12 тысяч. 12,5 тысяч. Тоже, в принципе, неплохо. Так, карманник стоит 56 тысяч. Это офигеть, как дорого. У нас только нету денежек. Вот он, Гумдальф. Гумдальф. Гумдальф стоит 22 500. Ну, это очень-очень-очень много. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.